Приветствую, любители Москвы. Вы смотрите передачу о реновации и новостройке Москвы. Это проезд Соломенной Старушки. Ну вот, ну и соответственно, вот этот здесь слева находится бывший кинотеатр Эстафета. Ну а теперь это театр Золотое кольцо под руководством Надежды Кадышевой. Ну а, собственно говоря, реновация касается улицы Всеволода Вишневского. Ну, а сейчас мы идем к Тимирязевской улице, и вот вы видите, что там стоит дом реновационный, восьмиэтажный, кстати, что удивительно, на самом деле, это просто очень удивительно для меня, ну и для нас, естественно. Вот такой невысокий дом здесь построили. Но это только начало, да, это только начало. Построили его, кстати, в 2020 году. Насколько я понимаю, это первый реновационный дом в Тимирязевском районе, где мы сейчас находимся как раз. Вот. Здесь вот его построили, да, на месте тоже пятиэтажки. И я, конечно, естественно, этот дом уже показывал в одной из своих передач. Но, естественно, на этом все не ограничивается реновация. И она пошла дальше. Вот вы видите, там забор. Здесь вот на углу между Тимирязевской улицей и Всеволода Вишневского. И там на месте снесенной пятиэтажки, а там, кстати, снесли две пятиэтажки, вот, но пока на месте одной снесенной пятиэтажки, начинается возведение 23-этажного дома, уже не восьмиэтажного. Почему я сказал, это только начало? Ну, потому что этот восьмиэтажный построили, а теперь уже строят 23-этажный дом, начинают строить, да, вот тоже, вот реновационный дом, еще один. Вот, значит, на месте снесенного пятиэтажного дома, кирпичного, кстати, тоже обратите внимание, не панельного, не блочного, но кирпичного, 1962 года постройки по адресу улица Всеволода Вишневского, дом 11. И вот там сейчас начинается строительство, соответственно, нового дома, который хотят построить в 2024 году. Ну, то есть строить его начали, грубо говоря, вот совсем недавно, площадку оградили, в прошлом году снесли там дом. Ну, вернее, два дома. Там была еще пятиэтажка под номером 9, корпус 2. Ее тоже снесли. И под номером 11. Вот. И оградили такую большую площадку. Вот это, кстати, дом построили в 2009 году. Ну, вот этот высотный дом еще один, по-моему, 17-этажный. Но это, конечно, понятное дело, не по реновации. Это коммерческий дом. А тут вот строят дома по реновации. Ну, вот один дом. Значит, здесь вот на улице Всеволода Вишневского. Вот, и вот начинается строительство. Значит, он будет на 176 квартир. То есть, грубо говоря, он будет... А вот в этих двух пятиэтажках жило, было около 100 квартир. То есть, вы представляете, да? То есть, в одном доме будет практически в два раза больше квартир, чем было здесь, чем проживало. Ну, мало того, я думаю, что этим одним домом все не ограничится. И, скорее всего, будут там строить еще один дом. Вот на месте снесенного дома под номером 9, корпус 2. Там пока... Ну, видите, площадка она большая. Я думаю, что одним домом все тут не ограничится строительство. Но это вот двор вот этого реновационного дома по Тимирязевской улице, дом 8. Вот такой вот дворик. Ну, как видите, практически полное отсутствие зелени, тоже обращайте внимание. Тут, конечно, зелень все вырубили, понятное дело, вместе со сносом этих двух домов. И вот теперь там вот котлован, идут работы так называемого нулевого цикла. И скоро здесь будет расти вот этот 23-этажный дом, который будет ориентирован туда, вот как раз на улице Всеволода Вишневского, вот туда, на то слева, которая. Ну а здесь, я думаю, еще один дом построят, пока как-то это об этом не говорят, но думаю, что вряд ли будет место пустовать, и наверняка еще дом влепят, но, впрочем, это пока лишь предположение. Так что вот все выше и выше тоже тут растут дома в Тимирязевском районе. До новых встреч!